И еще один вопрос. В начале 80-х годов лирические баллады в вашем исполнении взлетели к вершинам хит-парадов и принесли вам небывалую популярность в эстрадном жанре. Почему же сейчас в вашем репертуаре практически отсутствуют такие песни? Ну, во-первых, неудобно все время занимать первые места. Я немножко отдохнул, дал возможность другим побыть на этом прекрасном месте. А теперь все возвращается на круги своя. Я познакомился с Олегом Квашой, он пишет для меня лирические песни. Теперь первые места мне обеспечены. Итак, Михаил Боярский с песней «Зеленоглазое такси». Я-то знаю.